Доброе утро, дорогие друзья! Город Новороссийск вас приветствует. Мы с вами одна церковь в разных регионах. И сегодня давайте обратимся к тексту из послания Ефесянам, 3 глава, 17 стиха я прочитаю. «Веруй вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Аминь. Дорогие, апостол Павел здесь, молясь о церкви в Эфесе, говорит такие слова, чтобы Христос верою вселился в сердце верующих. Знаете, друзья, это тайна, которую мы с вами постигнуть не можем. Как всемогущий Бог может жить в сердце человека? Но это его желание. И на каком-то уровне духовном это происходит. Когда мы читаем молитву покаяния, мы приглашаем Христа в свою жизнь, то Бог начинает жить в нашем сердце. И когда это происходит, внутри нас начинают происходить какие-то изменения. Бог начинает жить в нашем сердце, и наша жизнь начинает меняться. И для чего это нужно? И апостол Павел говорит здесь, что желание Божье – это вселиться в сердце человека. Послание Коринфской церкви, он цитирует Ветхий Завет и говорит, что желание Божье, Бог говорит, вселюсь в них и буду их Богом, и они будут моим народом. То есть Бог хочет жить в сердце человека. Что требуется от нас, друзья? И Павел здесь говорит, чтобы нам уразуметь, то есть понять превосходящую всякое разумение, любовь Христову, понять, что такое ширина, глубина, долгота, высота этой любви. То есть всеобъемлющая любовь Божья, она открывается Духом Святым, который живет в нас. И наша ответственность, друзья, познать Бога здесь на земле, уразуметь вот эту любовь, чтобы нам исполниться всей полнотой Божьей. Я желаю вам, дорогие друзья, чтобы мы познавали Бога, познавали Его любовь, и чтобы мы всегда помнили, что Христос верою живет в нашем сердце. И в этом привилегия, привилегия, в которой мы с вами, как верующие, отличаемся от других людей. Мы с вами можем сегодня познавать эту любовь. Да благословит вас Господь. Познавайте любовь Христову во имя Иисуса Христа.